представляет 12-й пипец. Приветствую вас, дамы и господа. Меня зовут Сергей, это видеопроект Cloud Money. Я являюсь стратегическим помощником и техническим консультантом данного проекта. Разработчиками проекта являются Андрей Бордиан и Александр Соколов. Я думаю, все вы их знаете. Александр Соколов – известный медийный персонаж, и Андрей Бордиан является человеком, который обладает, на мой взгляд, огромным запасом экономических знаний. Он является отличным стратегом, и что подкрепляет мои слова, это то, что он является директором Института социальных финансовых коммуникаций, если кто не знает. Этот человек плотно работал с Германом Стерлиговым, довольно известным человеком. Ну, в общем, те, кто разбирается в сути дела, те поймут, о чем речь. Значит, данный проект нацелен изначально на долгосрочность. Андрей Бордиан полностью уверен в этом проекте. Иначе бы просто не стал бы афишировать свое имя, так как авторитет, как вы знаете, дорогого стоит, и не просто так его сформировать. И раз человек официально объявил о том, что он является создателем данного проекта, а не скрывается где-то в тени, это уже говорит о том, что проект рассчитан на открытость и долгосрочность. Как показал наш дружественный проект «Новая эра», даже при самых благих намерениях организатора, такого, например, как Иван Попов, да, то есть при всей честности и открытости, открытом подходе к созданию проекта, в самом проекте нашлись участники и немалое количество после проверки, которые оказались нечестными по отношению к Ивану и к самому проекту. То есть люди изначально плакались там в чатах то, что там в других там сторонних проектах с ними поступили там нечестно, там было какое-то воровство и так далее. И в результате эти же люди, попав в честную систему, да, в которой стараются максимально соблюдать правила, да, и их регулировать, они же сами начинают наводить там бардак, начинают искать лазейки, уловки и так далее. Значит, подобные люди, сразу предупреждаем, будут исключаться без каких-либо там сисюканий и так далее. Ну вот, данная система строится именно как долгосрочная система. Маркетинг построен очень интересный, по числам Фибоначчи, разрабатывался лично Андреем Бордианом. Заложено туда очень много и стратегической, и прогрессивной, можно сказать, мысли. Ну вот, то есть проект разделен на две части. Изначально процент кажется достаточно большим, но если посмотреть, что вы можете забрать только лишь сотую часть от роста ваших процентов, то получается, что процент не такой уж и высокий. Итак, процент в месяц, значит, процент в проекте составляет 2,76% в сутки. На самом деле число там более длинное, ну вот я имею в виду дробная часть. Но это не так принципиально. Опять-таки, это исходя из числа Фибоначчи. 2,76% в сутки. Однако вы можете забрать только 1% от накопившейся за сутки суммы. Значит, месяц принят как 28 дней. В результате на выходе в конце месяца вы получите 36,64%. Это чистых денежных средств. Также у вас останется остаток на вашем счете, который вы снять не можете. Не можете до поры до времени. Потому что на самом деле снять его можно будет. И будет очень интересное предложение по тому, как можно его снять. Я приоткрою немного занавес тайны вот этой вот, каким образом можно будет снять, да? То есть проект будет направлен на социальное развитие отраслей. Вот, к сожалению, то, что не удалось сделать СФН, мы очень надеемся, что СФН
удастся выполнить все-таки ту миссию, которую она перед собой поставила. И в данном случае мы ни в коем случае не собираемся ставить себя конкурентами каких-либо проектов. Мы являемся открытыми, дружественными проектами по отношению к каждой системе. Однако мы хотим быть также ратниками созидательной деятельности, то есть развития каких-то социально полезных проектов. И вот как раз эта вторая часть, она будет направлена вот на развитие вот этих вот социально полезных проектов. Причем на развитие именно вашими же руками. Ну, то есть вы сами будете распоряжаться этой денежной частью. Пока как это будет работать, я не анонсирую, так как всему свое время. Я имею в виду вот по оставшейся части. А по тому проценту, который вы можете получать каждый день, здесь все понятно. То есть выплаты раз в день, вы можете их сами в кабинете приостановить, эти выплаты, не получать раз в день, тогда у вас будет расти накопительная часть быстрее, и когда вы включите получение процентов, то у вас будет больше процент зато последующий. То есть здесь каждый сам выбирает для себя, получать каждый день процент, либо сдерживать, значит, рост накопительной части до того момента, до какого они хотят, до кого вы хотите. Значит, старт намечается на 15 апреля, то есть даже на самом деле не старт, а предрегистрация. Предрегистрация намечается на сегодня, на 15 апреля, на 6 часов по Москве, это 4 часа по Киеву. Что еще я хотел сказать? Что еще я хотел сказать по проекту? Так, ну я надеюсь, все знают официальный сайт, это cloudmoney.info. Я вас призываю привлекать в проект исключительно людей, которым вы склонны доверять и верить, потому что нам не нужен сброд на самом деле в проекте. И у нас будет достаточно жесткое ограничение на вход. То есть проект, в общем-то, будет набираться для своих, он будет открыт и для других людей. Но регистрация будет ограничена количеством. То есть мы будем каждый день отслеживать динамику роста проекта. И если, значит, динамика будет какой-то неудовлетворительной в какой-то момент времени, это будет мгновенно замечено, так как выплаты производятся раз в сутки. И, соответственно, будут гибко изменяться критерии входа и выхода, то есть именно в плане очереди, потому что будет сформирован запас очереди. То есть нельзя так, чтобы скопом вошли сразу там сотни или тысячи человек. Как раз таки мы сейчас нацелены на то, чтобы в проект заходили люди постепенно, медленно, не надо нам никакого скопа, никакого ажиотажа. То есть необходимо, чтобы люди равномерно заходили в проект. Потому что как массовый заход, так и массовый выход – это гибельно для проекта. Так, по поводу технической части, сайт очень серьезно продуман в этом плане. То есть размещен сайт на кластер серверов. Стоят все защиты по DDoS-атакам. Значит, передача денег только от участника к участнику, нигде они не аккумулируются. Используются счета Perfect Money и Liberty Reverse. Также, скорее всего, вероятно, будут использованы передача по банковским счетам, но в данный момент пока что это в разработке. Значит, по процентам, сейчас вам скажу табличку расчета, кому это интересно. Значит, смотрите, за 28 суток у вас получается 36,64%, за 32 дня это 41,71%. То есть, кстати, вот проценты, эти проценты это являются от вашей суммы первоначального вклада. То есть, грубо говоря, вы вложили 100 рублей, минимальный вход, кстати, $10, вы вложили 100 рублей изначально, значит, через 28 дней вы получите 36,64 рубля. Это понятно, да? То есть, через 32 дня вы получите 41,71. И уже на 59 день вы получите 101,35. То есть, через 59 дней вы только выйдете на ваш номинал, вы только получите свой номинал через 59 дней, через почти 2 месяца. Это понятно.
А вот дальше уже начинается интересно. То есть, смотрите, со 100 рублей, Увеличение со в 100 два рублей раза вашей суммы. За год у То вас есть выйдет получение уже 100% отложено 60 31 600. рублей. Вы Это со 100 получите на рублей. 87 день. Будут у нас ограничения на сумму вклада. Она сейчас уже стоит. Тоже можете посмотреть на официальном сайте, какова максимальная сумма входа. У нас проект минимальную я обозначил. Ну и, собственно, что хотел сказать. По первой линии. Первую линию я намеренно не буду набирать большую, исключительно только доверенных людей, кому я склонен доверять, с кем уже не первый день работаю. В данный момент вакансия по России у меня еще открыта. То есть выбираю среди людей, кто более ответственный, кто более инициативный. По Украине два человека уже есть. Это люди с никами в скайпе Суперконтик. И второй – это человек с ником S-Max. Эти люди являются доверенными лицами, поэтому можете смело к ним обращаться и добавляться в их чат и первой линии. Я абсолютно не против. Вот, еще раз повторюсь, мы не собираемся ни с кем конкурировать. Наш проект социально направленный. Не забываем ставленники, какой школой мы являемся и какую идею мы преследуем. Для нас важна долгосрочность и развитие этого проекта в том темпе, который у нас прогнозируется. Все, в общем, это, наверное, все, что я хотел сказать. Не хочу делать длинное видео. По всем вопросам обращайтесь ко мне в Skype. Я думаю, те, кто хотят участвовать в проекте, найдут мой скайп. Всем успехов. Всего доброго. Делай деньги, гребила была пата, и у нас финансовый пип.